Один из таких крупных проектов, который мы сегодня запускаем, не только молодежный парламент, а в целом молодежный проект Беларуси. Платформа молодежная, называется «Движение вперед». Это такая молодежная инициатива, которая призвана объединить различных представителей молодежи с различными взглядами, мнениями, с различными принадлежностями к той или иной общественной организации. То есть это платформа, которая объединяет всю молодежь. Мы сегодня запускаем сайт вперед.онлайн. На этом сайте будет указано и в том числе и те цели, ценности, которые разделяют участники этого движения. Распространять информацию будем следующим образом. Во-первых, это хэштег, мы его сегодня тоже запустим, называется «Движение вперед», то есть те посты, которые будут публиковаться в социальных сетях, носить именно такой конструктивный характер, то есть Беларусь, определенная эпоха достижений, что уже сделано, что предстоит сделать, то есть вот будут помечаться этим хэштегом, абсолютно любой может этот хэштег использовать. А самое главное, что платформа сегодня предполагает возможность посредством того сайта, который будет запущен, непосредственно оставлять свои заявки для включения в молодежную команду страны. Мы планируем, что именно молодежная команда страны сформируется благодаря этой платформе. Каждый молодой человек сможет направить свои идеи, предложения по улучшению города, поселка городского типа или в целом страны. Мы эти идеи будем аккумулировать, будем рассматривать. Мы в ближайшее время проведем встречи во всех областях и городе Минске, где вот те ребята, которые эти идеи напишут, предложат, будем обсуждать, дискутировать. Такая некая форсайт-сессия по выработке такого образа будущего Беларуси. И здесь самый главный посыл, который лежит в основе, это вот конструктивное объединение молодежи. То есть не абсолютно неважно, какая сфера, это образование, наука, культура. Нам сегодня принципиально важно, чтобы молодой человек, имеющий идею, мог ее высказать, и эта идея могла быть вынесена на обсуждение, в том числе, к примеру, в молодежном парламенте или в других молодежных органах, организаций. Только если мы видим, если мы будем сегодня видеть, что эта идея действительно требует какой-то поддержки либо реализации, мы приложим все усилия, чтобы донести ее до того или иного уполномоченного государственного органа или организации. Вот поэтому эта платформа является такой, можно сказать, наверное, если можно говорить, межотраслевой, то есть она объединяет различных представителей молодежи, и мы будем стараться не фокусироваться на какой-то конкретной сфере, мы будем фокусироваться в целом на будущем Беларуси по различным направлениям.